Казани открылся международный инвестиционный форум архитектуры и дизайна. Все, что делается в городском пространстве Татарстана в области дизайна, направлено на человека. Об этом на открытии форума заявил премьер-министр республики. В Татарстане стартовал капремонт 104 объектов образования. Об этом сообщил на совещании в Кабмине глава Минстроя республики Ирик Файзуллин. Работы по обновлению также начались на 35 объектах культуры. Развитие территории исторического центра обсудили сегодня в исполкоме Казани. Успешный опыт Иркутска Ильсур Уметшину представил директор ОНО «Иркутские кварталы». Участники обсудили, как этот опыт можно использовать в республике.